Мы предоставляем слово директору физико-технического института имени Абрама Федоровича Милохина Сергею Викторовичу Иванову. Уважаемый Александр Георгиевич, уважаемые сотрудники, преподаватели, студенты, школьники Физического университета, дорогие друзья, коллеги. Мы сегодня собрались действительно светлый день памяти, чтобы почтить память нашего великого современника, выдающегося ученого, человека, педагога Жальца Ивановича Алферова. И вместе с тем для каждого из вас, для каждого из нас, из вас, он был чем-то своим товарищем, коллегой, учителем, соратником, заведующим лабораторией, директором института, ректором академического университета, наверное, последнего и самого любимого его детища. Сегодня мы отмечаем пятый день его рождения, уже без него. И, наверное, нужно вспомнить, что, в общем, этот год был омрачен потерями близких людей для Жарыса Ивановича, для нас. И прежде всего, конечно, Тамары Георгиевны Алферовой, которая ушла в январе, и его любимой жены, соратницы, советчицы. И, конечно, Абнар Леонидовича Арбели, соратника, друга, товарища, так сказать, на протяжении многих лет. Последние там, пару лет мне довелось довольно часто общаться с Тамарой Георгиевной, так, ну, немножко помогать, так сказать, облегчать ее быт и, так сказать, какую-то связь обеспечивать с внешним миром. Вот она очень интересовала, что происходит в физтехе, что в академическом университете. Конечно, переживала, когда тут возникали какие-то проблемы, очень-очень беспокоилась о судьбе университета. И вот когда я пришел поздравить ее с Новым годом, заехал к Олегу Леонидовичу в больницу, где она находилась, там, как раз было за 5 дней до ее ухода, и сказал, что да, в общем, мир, проблемы, так сказать, удалось регулировать, все хорошо. Для нее это была очень большая отрада, так сказать, радость. Как-то она прямо, так сказать, так вот очнулась и сказала, здорово, замечательно, все хорошо. И вот сегодня, здесь уже много слов говорилось, вот стоя перед этим памятником, тоже, кстати, выполненным его другом, Зурабом Церетели, перед памятником моему учителю, наверное, не побоюсь этого слова, человек, который благословил меня в одной из своих последних конференций на директорство физтеха. Я хочу сказать, что все мы вот вместе с вами, кто здесь присутствует, кому дорог, Жарыс Иванович, должны сделать все возможное, чтобы наш университет действительно обрел ту силу, которую, мощь, которую вот закладывал у него Жарыс Иванович, чтобы он занял достойное, я бы сказал, уникальное место в российском высшем физическом образовании, которое, естественно, соответствует тому имени, которое он носит. Чтобы выпускники были легко находили себе работу в любом ведущем научном центре страны, таким как физтех, там, московские институты, чтобы они могли идти в ведущие наши университеты, политех, МО, и там заниматься и научной работой, и продолжать вот этот образовательный процесс, который, так сказать, здесь, я надеюсь, будет поднят на, так сказать, высоту. Чтобы выпускники были востребованы в наших технологических компаниях, высокотехнологических компаниях, которых и в Петербурге много, и в стране сейчас развивается.
Вот это вот главное. И чтобы 1 сентября аудитории заполнялись лучшими выпускниками физмат-школ Санкт-Петербурга и, конечно, и технической школы, вот, чтобы работала вот эта вот, как бы, система, вот эта вестница Фёрова, школа, университет и большая научная и образовательная жизнь, которая, в общем, работала всегда рядом с ним, и когда он организовывал кафедру в электротехническом институте, с которой вышло очень много людей, сейчас и работающих и в физтехе, и в стране, и по миру. Когда был образован и очень долгое время работал физико-технический факультет в политехе тоже, который, и потом академический университет. Вот это все, так сказать, это должно работать, и я надеюсь, что мы, чтобы Жарас Иванович там не беспокоился за судьбу своего детища и за судьбу своего дела, которому он посвятил свою жизнь. Спасибо.